Усі учасники сприйняли випробування як спортивну естафету. 4 пари з 10 все ж спробували зібрати усі пляшки із теплими словами одне про одного. Давай плечо вперед. Ні, я хочу, щоб ти побачила ці компліменти. На время. Это тебе. Спокойно. Давай, вдох. Открывай. Турботливо. Ты моя родная. Уважный. Она грызла эти веревки. Так. Просто хотела быстрее открыть бумажку, не для того, чтобы быстрее успеть, быстрее прийти, а потому что мне было интересно это быстрее посмотреть его комплимент мне, разделяя интересы. Это ты. Доглянута. Скажи. Да. Ты моя самая доглянута. Это я. Давай, бутылки, по бутылке, двумя. Боже, я до нее не достану. А если я слезу с лодки? На эти дырки. На то, что это там вода и нас заливает. Мне было очень важно, что именно там в бутылках написано. Так, хорошее, читаю хорошее. Греби. Ласкава, я ласкава. Я молодец. Греби в бутылочку, буду нарядом. Доставай. Я знал, что то, что написано в бутылках, будет согревать нас и сближать. И я просто хотел собрать все эти надписи. Для нас это очень важно и нужно. Читай. Турбуется про эмоциональное здоровье. Спасибо. Блин, я хочу все. Розділяй інтереси, це я. Моя вибачка. Любите. Ми настільки емоційно піднялись, як будто верх води, верх цієї лодки. Все, зараз. Турботливо. Спасибо. Да, це ти. Оп, бутилочка, смотри, прям сюди упала. Супер. Так. Відкрита. Конечно, это же про тебя. Естественно. Я ее. Дьябло, как ты я говоришь. Взяла. Оп. А здесь поехали. Семейно. Это я. Все, точно. Он мне никогда этого не говорил. И я думала, он этого не видит, и мне было. Ну прям ее прям. Вот типа я такая, да, такие, как я.